Петух. Почему он так называется? Петух. Потому что он что делает? Будет всех, то есть на заре он поет, конечно. Он действительно от слова петь. Да. Петух поет. И там получается странный суффикс, которого действительно в другом слове вы не найдете. Ух! Ух! Ну как тебе? Я не помню. Давайте припишем себе. Да, странный. Человек, который собрался жениться. У него будет жена. Корень жен мы, конечно, здесь выделяем. А там будет их. И суффикс странный. Не может быть. И нам можно убить. Действительно, очень странный суффикс. Но, тем не менее, большинство суффиксов нам с вами знакомы. Суффиксы вот такие. Ключик и замочек. Вот эти слова нужно себе записать. А я знаю правду. Отлично, давай подумай, почему мы здесь пишем «ек», а здесь «ик». Потому что если перед ключиком поставить «ек», нет ключика и не исчезнет. А перед замочком поставить «ек», нет ключика. Если поставим в родительный падеж, то да, будет «нет». Ключика и останется, а если нет замочка, то «е» пропадет. Если буква пропадает, значит там была «е». Она пропала, а мы знаем, какая там была. То есть перед нами беглая гласная, правда? Да, беглая гласная. Да. Давайте подумаем, откуда так взялось? Так договорились. Нет, вот тут не просто так договорились, тут нужно историю вспоминать. Да. Жил-был... Подсказка такая. Это подсказка. Чего это? Замочник. 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 Это замочник. Это что? И? Это гласная замочник. Буква. Замочила. Гласная буква. Это когда-то было гласной буквой. Да, обозначало гласную. Да. Только помните, ерь обозначал гласную букву. Да. Кстати, и ерь тоже. То есть сколько слогов здесь было? Да, молочок. Раз, два, три, четыре. Ого! Да, молочок. А кстати, у меня есть одна. И читалось это примерно как? Замочек. Замочка? Замочка. В четыре слога. Действительно, когда-то писалось так. Еще раз напоминаю, это можете писать, это просто для вашего самосознания. А покажите, как неправильно писать, как неправильно писать, я не могу написать. Очень просто. Замочек. В родительном падеже, естественно, все было хорошо. Замочек. Что получилось дальше? Дальше. Вот этот гласный звук ушел. Он ушел не везде, заметьте. Не везде. Вот здесь он превратился в нормальное «е». И стало у вас слово «замочек». И суффикс «ек» превратился в суффикс «ек». А вот здесь, перед нормальной гласной. А какой написать сложнее, сейчас или старая русская? Не знаю, как сказать. Смотря для кого. А здесь он ушел совсем. Вообще в никуда. И осталось у нас с вами... Замочка. Замочка это такая, что говорит о точке. А, замочка это жена полка. Итак, здесь он превратился в «ем». И это нормальный суффикс «ех». Бау. Замок, замочек, правда? Бау. А здесь... Гласная стала беглой.
Это понятно или нет? Это да. Не так просто. Понятно. Какой смысл? Замочка нет чего? Замочка. Это родительный падеж. Вообще-то? Да? Замотка это замочка. Родительный падеж, конечно. Еще. Я хотела сказать, что его сбили на правом ЧК-член. Ну, здесь еще, конечно, действует ЧК-член, между которым мы никогда нам не пишем, помнишь, да? Мягкий знак. Хотя Ч всегда мягкий. Да? Мы пишем ЧК. Да, я хочу сказать, потому что я спросил, ну, у меня был дядя, да? Братья, брат, папа, вот. И он сказал, что мягкий знак это сверхкороткое. Да, мягкий знак и твердый знак, да, когда-то обозначал короткую гласную. Совершенно верно. Более того, если вы сейчас приедете в Болгарию, скажем, вы увидите там очень много и мягких знаков, и твердых. Там они произносят их до сих пор как гласные. А как там правильно сказать? А как там мама говорится? Я? Скажем, вот такое слово. Долго. Долго. А мама? По-русски, конечно, здесь ер писаться не будет. А они произносят долго. 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 Это нормальная гласная, а как мама говорится? Долго. А как мама говорится? Мама говорится мама. Мама говорится мама. Тут все хорошо. А мама нет. Я когда был, так говорят, что майка. Вот, значит. Наши с вами суффиксы тоже имеют какое-то довольно древнее происхождение. Иногда это, видите, е-ка. Иногда это е-ка. Страшного в этом ничего.